Мы на месте. Мы приветствуем Лигу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она стоит в голограмме, прозрачной. Не слышит меня? Нет. Хорошо, сканер, я даю команду. Отключи эту голограмму. Вместе с ней сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Выведи это все из биополя. Вместе с сопутствующими энергиями. Пошел процесс. Готово. Отправляю голограмму в клетку-тюрьму. Хорошо. Лига, вы меня слышите? Да, она слышит. Хорошо, мы приветствуем вас. Интересуемся, готовы ли вы к диагностике и чистке. Доверите ли вы нам свое биополе на период сеанса? Говорит, что я чувствую, в моем теле кто-то присутствует, и я очень хочу освободиться от них. Всех уберем. Вы уже здесь. Не волнуйтесь. Все решим. Я даю команду. Значит, три сканера сканируют пространство над головой Лиги, под ногами 360 градусов вокруг нее. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Лиги. Находит все. У нее рептилоид. Репт. С этой конструкцией. Эта конструкция, он в нее как вселялся. То есть ее тело полностью копировал и он как облегал. Понял. Хорошо. Сколько греев? Греев нету. Один репт. Хорошо. Считай цифру репта над головой. 702. 702. Хорошо. Идем дальше. Он говорит, что он одиночка. Что бы ты ни говорил. Дальше лизард. Лизард. Инсектоид. Инсектоид. Демон. И джин. Джин и демон. Какая веселая компания. Считаю демона цифры над головой. 13. 13 герц. Сколько ты находишься в этом биополе, демон? Год как дорожку проложил. В квартире ты есть? В доме? Есть. Мы сегодня дом будем чистить, поэтому разговор будет у нас долгим. Хорошо. Так. Демон, джин, инсектоид, лизард, рептилоид 702 и голограмма. Все правильно? Или еще да. Что-то осталось? Хорошо. Тогда начинаем сейчас с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Кто будет говорить неправду или обманывать, или мешает работать, будет наказан. Я даю команду тонкой копии Лиги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраивает Лиги прямой канал к голограмме и реверсом отдаем в эту голограмму весь негатив, что Лига получила от него. Пошел мощный поток назад. Хорошо, пока реверс идет. Что там идет в голограмму, посмотри, Вера. Ну, ты знаешь, он ее полностью ее тело повторял. Вот эта голограмма, она вокруг стояла, и там рыхлость какая-то от него. Он с ней синхронизировался. Сколько ты находился в этом биополе, рептилоид? Он 9 месяцев находился. А на каком основании ты зашел с таким массивным воздействием? У тебя есть контракт с ней? Нет у него контракта. То есть ты зашел, понимая то, что существуют законы мироздания? Мне жить надо. Это меня не интересует. Ты зашел, игнорируя законы мироздания, без контракта в ее биополе, еще пытался в него влезть, в это биополе. Моему эфирному телу нужна энергия для жизни в матрице Земли. Захватить биоробот с душой внутри – это самое верное. Нет. На мой взгляд, самое верное – в моих руках появляется шар живой плазмы. Вот что я считаю самым верным в таком случае, как с тобой. Вот это я намерен сегодня, если Лига скажет, по ее просьбе, передать тебе в знак благодарности за то, что ты так долго ее мучил. Шар входит в меня. Посмотрел. Хорошо. Сканер, даю команду. Просканируй Лигу на полноту души. 95.4. 95.4. Хорошо. Посмотрим, сколько придет с голограммы. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Лига забирает все чистые светлые божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Лига себе обратно на хозяйка своих энергий и возвращает все свое себе обратно. Забираем из голограммы. Лиги принадлежит к ней мощным потоком. Пошло назад. Да, будет так, а так и есть.
пока реверс идет, считай цифры у Джина над головой. 37.12. Сколько ты находился в этом биополе, Джин? Он говорит, бесполезное биополе. Дергаю, никакой реакции. 4 месяца. Ну, а что ты не ушел, если никакой реакции? В доме он. Понятно. Хорошо, Джин, мы сегодня и дом чистим. Поэтому мы с тобой тоже сегодня будем дальше работать. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? 2 года. Есть инкубатор? Строится. Понятно. А уже были готовые инкубаторы? Вытаскивал уже потомство? Нет, отдыхал. Понятно, хорошо. И Лизард? Питался энергиями. Понял. Лизард, сколько ты находился в сердечной чакре в своем гнезде? 4 года. 4 года. Как твое воздействие она ощущала? Он как раз гасил ее энергии. Меланхолия у нее. Ах, вот. Это значит, вот это было твое воздействие, Лизард. Реверс закончился. Отлично. Рептилоид, что-нибудь осталось на твоей чистоте еще в биополе Лиги? Нет. Лизард, выходи, вытаскивай все, что ты там оставил. Гнездо, все сопутствующие энергии, ничего не забывай. Приступай и возвращайся назад. Он ее в грусть, тоску, в меланхолию, плаксивость. Хорошо. Лига, 4 последних года, если вы это состояние знаете, а вы его знаете. Вот это маленький лизардик и был ответственный за это все. Ему понравился, как ты его назвал. Маленький лизардик. Ну, он из них самый меньший, если сравнить с рептилоидами и ящерами. Вынес свое гнездо. Хорошо. Инсектоид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил, крепление, инкубатор и так далее. Жидкость ничего не забывай. Приступай. Он там имеет место свое, где он наполняется энергиями. Инсектоид? Да, он лежит там. В животе? Оранжевое тело. Желтое захвачено. Оранжевое? Хорошо, значит, это живот и низ живота. Она наверняка там ощущала дискомфорт. Он ленится, ему приятно там находиться. Он питается энергиями и растет. Вытащил он свой дом тоже. Хорошо, Джин, тебе выходить не надо. Собирай, втягивай в себя всю свою пыль, все свои подключки, все, что у тебя есть, ничего не забывай, приступай. У него ноги, бедра, колени. Вокруг них эта энергия. Инсектоида и лизарда не было в квартире. Нет в квартире, да? Нет. Рептилоид есть еще в квартире? Нет. Хорошо, значит, только Джин и демон. Джин забрал все. Демон, выходи, отключайся полностью. Расскажи, как действовали твои подключки, что она ощущала на физическом плане. И на месте доложи, что ты все снял. Утяжелял он нее. У него как кирпичи к ногам привязаны. Значит, ничего не хотелось. И меланхолия ему нравится. Это грусть, негатив, плохие мысли, и дальше будет еще хуже. Вот, абсолютно верно. Сегодня плохо, а будет еще хуже. Вот это и есть те мысли. Хорошо, демон, скажи мне, есть лярвы в биополе Лиги? На голове. Кто у нас там на голове сидел? Конструкция? Конструкция и мысли. Они и никуда мысли не девались. Хорошо. Хочешь получить их? Да. Хорошо, как вытащить, доложи, я дам тебе отдельную команду. Все снял. Разрешаю тебе забрать эту лярву. Ничего не забывай, возвращайся назад. Готов. Хорошо. Все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Лиги с демоном, джином, инсектоидом, лизардом, рептилоидом и его голограммой. Пошла рассинхронизация до 100%. Пока рассинхронизация идет, сканер просканирует полноту души Лиги. 100. Отлично, все вернули. Готово. Хорошо. Даю команду. Включаю внутренний белосвет Лиги. Этим светом нам выдали ты себе все негативные патогенные низковибрационные энергии на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Готово. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка.
Демон? Один вопрос. Где ты в доме находишься? На улице или в доме? На улице. А как же не быть изолированной, если ее этот космический изолировал и посадил внутрь? Он за это ответит сегодня. Хорошо. На улице я портал могу показать. Ты мне покажешь порталы. Хорошо, я закрою все порталы, а ты получишь весь негатив со всего земельного участка. Устраивает? Да. Хорошо, значит, мы закончили сейчас с чисткой. Я отправляю демона и джина в дом сейчас. Они собирают все, что они оставили, дожидаются меня. Потом я проверяю и отпускаю каждого на его чистоту с демоном, как договорились. Все понятно? Все понятно. Открывается портал в дом Лиги. 1, 2, 3. И в этот портал уходит джин и демон. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Инсектоид. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Маленький лизардик готов уходить? Да, он приготовился на старт. Ждет портал. Открываю воронку. Наверху против часовой стрелки на чистоте лизарда. 1, 2, 3. И лизард уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Рептилоид 702. Голограмма 9 месяцев стояла. 4,6% души вернули. Он говорит, он какой-то отшельник. Хороший экземпляр. Забираем. Хорошо. Готово. Голограмма осталась, да? Да. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, голограмма уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Лига, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Гармонично. Хорошо. У нас остались еще 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в эту комнату диагностики. И... Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Лиги. Счастлив находиться в этой комнате. Приветствую всех присутствующих. Добро пожаловать, уважаемый куратор. Представьтесь, зовите, пожалуйста. Зовите меня Артек. Артек. Очень красивое имя, уважаемый Артек. Меня зовут Влад, это Вера. Сегодня мы проводили чистку вашей подопечной Лиги. Все убрали, и у нее остались 10 вопросов к вам. Будете ли вы так любезны, уважаемый куратор, ответить на эти вопросы? Без сомнения, буду так любезен. Благодарю вас. Начинаем с первого вопроса. Правильно я все делаю? Сбрасываю негатив, заземляюсь, заряжаюсь энергией, практикую образы, выражаю намерения и аффирмации. Какие есть советы на эту тему? Раз есть такой вопрос, значит, есть сомнения, значит, не до конца уверенность, а значит, не все так работает, как хотелось бы. Первое, что ты должна делать, это вкладывать намерения во все, что ты делаешь. Четко понимая, доверяя и с уверенностью проговаривая вслух. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Артек. Второй вопрос. Я учусь практиковать Меркаба. Подскажите, пожалуйста, что нужно улучшить или изменить? Естественность. Добавь естественность и легкость. Не нужно притягивать и усложнять. Представь, что она очень крепкая, универсальная защита. Не должно быть сомнений, что она может быть нарушена, но в это же время она легкая и прочная. Доверяй ей изнутри, выражая, как я уже сказала, свое намерение. Если ты будешь утруждаться, она будет тяжелая и корявая, неся негатив. И упругость не будет правильной, упругость будет негативной. Поэтому старайся облегчать, доверять и вкладывай чуточку позитива и юмора. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Артек. Третий вопрос. Как защитить себя ночью от кошмаров и астрала с низкими вибрациями? Это все
идет в комплексе, отвечая на твой первый вопрос. Раз ты делаешь меркапу и аффирмации, вот и вкладывай свое намерение ночью перед тем, как спать. Установку меркапи делай так, что она защищает тебя даже в глубоком сне, даже в измененном состоянии, защищая тебя своим намерением, вложенным в твою защиту, универсальную меркапу. Благодарю. Благодарю вас. Извините, я лишь хочу добавить, что есть и другие способы, но это самые простые и уже тебе известные. Просто я добавляю, как можно их улучшить, нарастить и изменить в свою пользу. Благодарю. Благодарю вас за это пояснение. Четвертый вопрос. Откуда пришла моя душа и какие это энергии? О, какой прекрасный вопрос. Мне будет очень приятно сказать, что ты ангельская душа, и твои энергии очень легкие, и их может нести как в позитив, так и в негатив. Поэтому нам, ангелам, никак нельзя без юмора, иначе мы уходим в глубокий негатив, не замечая это. Развивая свои энергии, делая их упругими, прощая себя и принимая свои поступки, ты укрепляешь свои ангельские энергии и даешь им путь света, который каждый ангел несет на земле. Благодарю. И мы приветствуем представителя ангельского мира в нашей комнате диагностики. Я рад находиться здесь. Благодарю вас. Пятый вопрос. Какие у меня блоки или модели мышления, которые мешают моему развитию? И в скобках помечание, где происходит утечка энергии? Утечка энергии происходит из-за сомнения того, что ты делаешь. Свою визуализацию можно развивать. Есть много инструкций, как это делать. Самое простое – это представлять объект, обходить вокруг него, пытаться представить детально. Объект может быть как большой или маленький, так и безмерно большой, как небо, вода, воздух. Ты можешь представлять себя песком, сыпучим, рассматривая каждую песчинку. Или же превратиться в колос и прочувствовать каждый колосок внутри этого колоса. Это простые примеры. Объектом может быть что угодно. Благодарю. Благодарю вас, Артек. Перехожу к следующему вопросу. Связан с фобией. Почему я очень и очень боюсь подводного плавания и как это изменить? Это связано с твоей, одной из твоих прошлых жизней. Расскажете? Да, конечно. Благодарю вас. В 1856 году небольшое судно у берегов Турции потерпело крушение. Все находящиеся на борту погибли. Ты находилась на этом судне вместе со своим ребенком-дочкой. Тебе тогда было 37 лет. Ребенку 4 года. Вы обе утонули, но твой страх больше остался за ребенка. Ты пережила двойной страх. Это осталось блоком в твоей генетической памяти. Он никак не мешает тебе в этой жизни. Зная это, ты можешь проработать и выдавить из себя этот страх. Как проработать? Спуститься в эту ситуацию, прочувствовать и понять, что тебе никак не грозит это в этой жизни. Или же, если твое намерение сильно, зная информацию, выдавить из себя в шар и удалить галактическое ядро, открыв предварительно портал и закрыв его. Благодарю. Благодарю вас, Артек. Следующий вопрос. Почему я очень... это был шестой вопрос, седьмой. Какая у меня команда света? Ангелы, кураторы, учителя и другие? На сегодняшний момент твоя команда – это я. Чем дальше ты будешь продвигаться, если в этом будет возможность, будут даны учителя. Но пока твои учителя на земле. Все, что касается обучения, достаточно моих знаний. Благодарю. Благодарю вас. Восьмой вопрос. О. Извините, совсем забыл упомянуть о твоем высшем «я», которое, конечно же, тоже твоя команда, ну или ты, его команда. Благодарю.
Скорее всего, второе. Благодарю вас, уважаемый Артек. Следующий вопрос у нас идет восьмой. Какой мой душевный путь, потенциал, таланты? Уже я упомянул выше, что путь ангела – это нести свет и светить. Искренне, без меланхолии. Именно для этого нам нужен юмор и позитив. Юмор и позитив отталкивает от себя грубость, негатив и сомнения в твою сторону. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Вопрос здоровья. На что обратить внимание? Обрати внимание на свое сердце и на сердечную чакру. Собирая в нем грусть, это расходится по всему твоему телу и может ударить на любой орган. Поэтому в первую очередь твое сердце должно быть в гармонии, а сердечная чакра наполнена позитивом, энергией, любовью и светом. Благодарю. Благодарю вас. И последний, десятый вопрос. Есть ли какой-нибудь важный для меня совет, который я не спросила и о котором мне следует знать? Непременно. Твои ангельские энергии. Ты должна понимать, что это энергии твоей души. Они проходят через каждую чакру, как стержень твоей души. Это то, откуда идет твое намерение. Чем они сильнее, тем ярче свет внутри тебя и из тебя. Дай мне твои ладони, я активирую твой ангельский стержень, хотя он и так активирован, и я лишь подсвечу его. Ты прочувствуешь это в сердечной чакре, как энергетический поток любви и света. Улыбнись и неси этот свет дальше, защищая его. Готова? Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Артек. Вопросов больше не осталось. Остался маленький нюанс, о котором вы, возможно, пока еще не знаете. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция каждому куратору, каждому учителю, который нас посещает. Здесь мы передаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Артека передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за эту встречу и просто на добрые воспоминания. Какой интересный подарок. Я немножко в ступоре. Почему? В таком небольшом шоке. Перемещаюсь туда, я не ожидал ничего подобного. И мне очень приятно получить этот подарок. Дайте подумать, какой подарок могу сделать я для вас. Ангелы, только энергия обменивается, насколько я знаю, радостью. Нам никакой подарок не нужен. Мы хотели со своей стороны вам за вашу работу показать нашу благодарность. И тем не менее, я отвечу еще на один вопрос. Пожалуйста. Касающийся высшего я. Отлично. Да, она не спросила, и это очень жалко. Может быть, вы и скажете ее уровень высшего я. Уровень высшего я переходит с 11 на 12. Отлично. Уровень этой души. Так что проработка, проработка осознанности, укрепление намерения, защита своего света, любовь, позитив и юмор – это то, что понесешь ты для своего развития и продолжение жизни на Земле. Не забывай об этом, не уходи в меланхолию и негатив. Защищай свои энергии и не дари их просто так. Раздаривая их, ты становишься пустой, опустошенной. Защищай их. Свой стержень — это твое намерение, как я уже сказал, которое ты можешь развивать, расширять. Оно выходит светом любви вокруг тебя. Благодарю вас еще раз за великолепный подарок. Мне очень хочется удалиться и рассмотреть его. Передайте, пожалуйста, привет от нас с Верой ангельскому миру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы сделаем свою работу, откроем им двери, в которые они дальше пойдут сами. Великолепная встреча. Благодарю вас. Она останется навсегда в моей памяти. Благодарю. Благодарю вас и всего нам вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова.
Аж чувствуется радость. Я своеобразный куратор. Да, радость чувствуется, конечно. Ну, ангельская душа. Лига, мы закончили встречу с вашим куратором, Эртеком. Вы получили все ответы на свои вопросы? Я получила главное. Благодарю вас. Замечательно. Работайте над собой, направление вам уже известно. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Лиги в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта.